Какая на скорости? По точке. Впереди мины. Мины, мины! Мины! Да ладно, прям слева три ревака. Либер можно сбить. Да, либер, либер, либер. Три ревака. Можно протаранить. Не, либер таранить — это плохая идея. Нормально. Надо было сначала выселиться. Дроп? Да, да. Не успел. Да не, мне больше нравится. Готовьтесь. Мне глушак просто. Аминь, блядь. А мы когда-нибудь выживать, не ведь. Так, я чуть-чуть покажу. Когда научитесь убивать противника, тогда и будете. А я умею. Обычно я всегда выживаю. Че, дропаться, не? Да не сразу заметил. Останьтесь. Да ящик. Ой, блядь, да. По-нашему пальнул. Блин. Макс. Ой, там еще мало. Простите. Ух ты, молодца, блядь. Бля, ребята, зато я Макса убил, вы бы все равно бы умерли. Ну это да, кстати. Сандер ПВП. Резы. Все, запилили. Убил Сандер? Нет, Макса. ПВП имейте в виду, Сандер. Да мы Сандер срывать, они все с биолаба сюда пидорят. Все, убили Макса. На ВП, Сандер. На ВП, да? Пошли, да. По этой, по стене прям. Только точку надо рехакнуть сначала, у нас полторы минуты. Сантик горит. Блять. Ну даже добить же это животное. Ну блин, неужели? Ну. Понимаешь? О, там... Прямо, прямо, прямо. Значит, меня распиливал не только. Ой, Энхейл, сейчас сидишь давайте, ко мне. Давайте, давайте, все, выспиливаем. На вулкан, на вулкан. Нихуя он не сделает. Сзади, сзади он заходит. Угу. Медик там сзади заходит. Он ревает сзади. Блядь. А Энхейл тут? Сандер взорвали. На крыше Сандер. 30 тел. Готовьтесь, к вам там сейчас спустится. Макс, пошли. Да, а с крыши будут. Щит падает. Вот там минуту погрызли, сейчас щиты упадут. Минута. Главное смотреть, чтобы щиты обратно. Сандер щит. Блять, южный установили. Южно не мог, блин, остановить. Он взором нужен. Надо, чтобы его сейчас не остановили. Опа-па! Привет, заходи, заходи, Энга! Мочи, Рашка, боли! Красота, блядь! Злоба умер. Ах, блядь, сплошами убивают. Блядь, Рашка сзади, смотри! Мочи! Бля-бля, там джикс, короче, руками заложит. Хамасома. На ген пошли. Надо говорить. Орес пошел. Мне сзади не видно. Ремонтируем тачки. Заебок. Не думал никогда. Этого не ожидал. Внутри пехота. Бля, машину сзади, потеряли, сзади. Да? Сзади смотрите, чтобы не запрыгнули лайты. Генский грузовик. Вернее. Жиг, задади, почини, а то с пушами убивает. Босс. Мне еще нет. Смотри, какой здесь наш зеп. Ага. Их только овец, но зафармил. Пока как летел. Они ломанулись, Макс, они сурушили. Да, такие уверенные в победе, пиздец. Там сколько хорошо расстоял. Даже щиты не взяли. В таком недоумении стоят. Либо долго смотреть. Три хорошо расстоял? Три, один лишились. А лемминги, блядь, ворушники с этим как-то более грамотно справляются.
Бля, только наша техника подходит для таких ситуаций. Заснял, да? Заснял, как ура, я буду в телевизор. Опять на скорой. Уже все. Блин, не верят в свое поражение, до сих пор стоит там. Да не, может что-то ждут. Подкрепление, что ли? Специально жопу подставил. Господи, это я злобу убил, как? И директрису перекрыл. Какая-то там все сразу выстрелили. Какая разница. Так они сверху пришли? Да. Самое, надо было через ИСИ, потому что это для них место было, наверное, самое. Там и сишки, и харассеры, и хелики, блин, ждали. Ранекс, конечно, то же самое, вот как мы заезжаем. 10 секунд. Ах тут такие. Не расслабляемся, ребята, они немцы? Могут еще раз ломануться. Кто? Рафнекс не немцы, а англичане. Англичане? Да, это Рафнекс. Крепкая шея. Ничего страшного. Генсты близнули. Близнули. Можно просто пофармить их, в принципе, особо не напрягаясь так. Подождем, пока Синка сюда вернется с Эндара. О, у меня новый. Вау, круто. Я же говорил, блядь. Что это значит? Ни хрена, 15 тысяч, бля. Бля. Новый мировой рекорд, нахер, за 13 минут. Эй, лейтенант, блядь. Старшой, ага. Выиграть. Блядь, ты меня выкинул. Охренеть. Около Гена меня положил лайт на солдат, осторожно.